Hi. Hello. You look interesting. I am a person, yes? Yeah. I am a person. I guess. Are you? I am from Russia. Ну, это я уже понял. Нормально. Чувак, молодец, хорошо подъебал. Я просто похлопаю. Привет, друзья, это Паша Вайс. Спасибо, что заглянули на мой новый канал. Я очень рад вас здесь видеть. Я надеюсь, вам понравится мой контент. Надеюсь, будет весело, интересно и развлекательно. У меня сегодня, ребята, день рождения. И самый лучший подарок, который я могу от вас получить, это поддержку этого канала. Подпишитесь, кликните по колокольчику, посмотрите мое новое видео, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. И это будет лучший подарок от вас мне. А теперь присаживайтесь поудобней и погнали! Hi. Hi. What's your name? My name is Paul. What is your name? My name is Max. Max? My name is Alina. Max and Alina. Actually, I have a son named Max. I'm Russian. Not English. Not. I practice English. Practice. Yes. Practice. Yeah, I'm Paul. I live in the United States. Yeah. Go play music, please. Play music. Where did you learn your English? In school? English, English not. Yes, Russia. Я вообще спрашивал, где вы английский выучили? Серьезно, ты русский? Естественно. Hi. Hi. Фига себе, морозная гитара. You song? I song? I don't speak English. Hi. Been very beautiful color. Oh yeah, I like it too. That's good that you understand me actually. Да, и подруги твои ногти тоже неплохие. Что за облом? Что за облом? А ты, кто ты? Здравствуйте. Привет. А чё розовый гитар? Я там. Две гитары розовые, чёрные что ли? Да, сказали вот тебе розовые, учись на ней играть. Почему в чат рулетки одни дети? Дети. Потому что они без письки голые смотрят, наверное. А сколько вам лет, девушки? 15. Ну, вряд ли. Вот в розовой ночнушке ей, наверное, лет на 20, наверное. 29 ей. Да ладно. Хорошо сохранилось. У вас такой дом красивый, вы откуда? Это ты считаешь красиво? Ну это же американский дом, да? А почему так сразу подумал, что меня, кстати, второй же человек спрашивает, если это американский дом? Ну просто в России нет такой. Да, в России нечего делать. В России нету домов? Нет. Таких именно интерьер нет. А вы русский, да? No, I'm American. Нет, я американец. По-русски так хорошо говорите даже. По-русски говорит хорошо, говорит. Павел. По-русски хорошо говорит. А какое ваше любимое блюдо? Ну, что вы любите предпочитаете кушать? Борщ, пельмени. Это в Америке есть все? Да. Так как по-русски делают? Нет, в Америке этого нет, нельзя сварить борщ в Америке. А позже есть. Так кто тебе такое сказал, Марина? Да нельзя сварить борщ в Америке. Ты дня свеклу берешь. В магазине свеклу, мясо, морковку, капусту, картошку. Ты что думаешь, в Америке одни бургеры на деревьях растут? А позже ты сам стряпаешь? Ну да. Позже это национальное бурятское блюдо. Это только в Забайкалье есть. Я манты сам делаю, или манты. Ну это, вот. Это то же самое, только она такая большая. Позина. Да, такая толстенькая, там много мяса. И сок так. Сверху дырочка, и их надо есть руками. Ее откусываешь, сок выпиваешь. И ешь потом. Марина, спасибо, что наглядно показала. Как это делать? Hello. Hello. Do you speak Russian? Как это переводится? Да. А сыграешь что-нибудь? Thank you.
Пожалуйста. Hi. 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 Hello. Where are you guys from? Where are you guys from? Oh, we are from Russia. Yeah. What city? What city? Pskov. Oh, okay. Oh, okay. Your English is pretty good. Oh, thank you. Вы понимаете по-русски? Нет. Дига, это как работает? What'd you say? What'd you say? Can you understand Russian? Нет. 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 But you know some words? Да. О, cool. Nice. Мы живем в России. Нас не устраивает наша погода. И конституция. Тихо. Это чем конституция вас не устраивает? Hi. Hello. You look interesting. I am a person, yes. Yeah. I am a person. I guess. Are you? I am from Russia. Ну, это я уже понял. Нормально. Чувак молодец, хорошо подъебал. Кузнечик в траве сидел. Кузнечика, ну, сложно для кузнечик вообще. Не. Фига себе. Здравствуйте. 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 А вы играете? Да, иногда. А можете что-нибудь сыграть нам, пожалуйста? Окей. Конечно. Что угодно, что вам нравится? Да когда ладно. Когда-то ушел, да. Он 7 лет, правда, ушел, но вдруг он мой отец, а? Вот это поворот! Не, вряд ли я отец, потому что я знаю, что... А как вас зовут? Игорь? Нет. Понимаешь, я уже в США живу 20 лет. Я уже в США живу 20 лет, так что никак. А почему вы дочь свою в США не забрали? Ну, я по образованию хорошо получила. Дочь, тебе 16 лет, это я уехал, ты сама без меня родилась? А что вы, подождите, а вам 30 с чем-то, что ли? Ну, с чем-то, да. Поняла. Короче, ни ну, так, ладно. Ни сяк не получается, короче, быть дочерью тебе. В общем, не нашла я отца своего среди в вашем лице. Но играете вы отлично. Ой, спасибо большое. Hi. How are you guys doing? Good. What are you guys doing? Do you speak English? A little bit. Do you want me to play something for you? Yes. Listen to this. It's a rock and roll. You sound legit. You sound like you are speaking pretty good English. Ну, если по-английски не говорите, давайте по-русски. И сразу спрятались такие все. Hello. Hi. Hi. How are you doing? Hi. You're from Russia? Which city? Yes. Hi. How are you doing? You speak English? No? No. Слушай, что-то ты, мне кажется, знаешь русский, нет?
чуть-чуть. A little bit. Знаешь какие-то армейские песни? Let me try. Hold on, one second. Let me try. Вечером на нас находит грусть порой. Сердце ноет, сердце просится домой. Звонит ветер над бараками, БМП нам лязгнет раками. Домой, пора домой. Ну, только такую знаю. Классная песня. Спасибо. Здорово, мужик. Здоровенько. Как дела у вас? Нормально у нас все. Порточка вон открыта, хорошо. Круто, давай за Майами. А я не... У меня нечего выпить, ну, будь здоров. Не болейте. Да, давай, пока. Корона замучила? Ага. Вообще не помогают. То есть маска для вируса... Это для стиля. А, это только для стиля. А то я смотрю, одна с маской, другая без маски. Наверное, думал, одной пофиг вообще, а вторая такая на паранойи вся сидит. А другая в очках, ей пофиг. Да-да-да-да. Не знаю, может мне какую-то тряпочку такую оранжевую одеть так? Не, я на какого-то этого похож. Из группировок. Сыграть что-нибудь вам красивое? Да, давайте. Слышно? Да, закрой дверь. О, из России. Нет, я из Америки. И ты приехал? Нет, просто решил по-русски говорить. Вы же по-русски говорите, я буду по-русски. Из вежливости. Могу по-английски. Но, пожалуйста. Сыграть тебе что-нибудь. Сейчас. Что же такое современное, блин? Это вы имеете Егора Крида, да, Бузову? Ну, давай их можно. Не, извините, у меня гитара лопнет сразу. Что могу? Я могу много... О, мексик... Это, испанскую, знаете такую? Потом дальше так. О, привет! Давай этот гитарный батл устроим. Я только начинаю. Ну, сыграй что-нибудь. Мое сердце остановилось, мое сердце остановилось. Круто! Я когда-то ее пел. Давным-давно, в детстве. Ты супер? Супер, классно у тебя получается. Здравствуйте, а что вы делаете в моем холодильнике? А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? О! Hi. Hi. No. But you do understand me? Yeah, understand you. Oh, you like those Korean boys? No, it's my sister. Да, чувствую, тебе трудно английский даешь, давай по-русски. Oh my god! Hi. I like your glasses. What? I like your glasses. What are you doing? I speak Russian. You speak Russian? Yes. That's awesome. Do you speak English? But you do understand me, right? Wow. You like it? Yes. Okay. Рад, что тебе понравилось. Чё курим? Кальянчик. А чё играем? Гитару. А ну понятно, да. А что именно? Чё за репертуарчик?
Я все подряд играю. Вот я вижу, у вас гитара там тоже есть. Кто играет? Колись. Я хочу научиться. Купила пару дней назад. Научилась? Еще нет, только купила. Да ты больше времени куришь, чем играешь. Ну, это правда. Вы что там в кальян добавляете? Какую смесь? Лимончик и лед. Ничего такого. А, ничего такого. Просто смеетесь часто. Что интересное такое сыграть-то вам? Армейское что-нибудь. Армейская. О, я знаю одну, сейчас попробую. Куплетик один. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце просится домой, домой. Взводит ветер над бараками, БМП нам лязгнет раками. Домой, домой, пора домой. Ветер над бараками. Да, знаю, прикольно. Сектор газа, чё? Ты хорошо поешь, давай это, спой что-нибудь под гитару, коман. Давай, а что ты умеешь? Ну, а? Что ты хочешь? Звезда по имени Солнце. Окей. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Ну у тебя кальян такой жесткий, ты покажи эту дубину, она больше похожа на бейсбольную дубину. Это охлаждающий хуй. А, понятно, там еще и с охлаждающей этой, как ее. Ну ты сама выразилась. Да, именно так. А вам сколько? 26. Фига себе, она у тебя там тарабанит твой этот кальян. Такой колонн. Как раз в динамик. Прям в динамик такой. Динамик стоит. Не, мне, кстати, больше, мне 38. В смысле, прям 38? Да, но я говорят, все говорят, я моложе выгляжу. А если побреюсь, мне вообще лет 20 все дают. Даже... Ой, препод приехал туда, жил сейчас во Флориде. Ну вот я тоже во Флориде. Тут жарко. Блин, круто же, когда жарко. Можно всегда загорать под солнышком, ходить, вообще кайф. Ну да, посмотри, ты походишь там день-два, месяц, другой, год. Зимы нет. А потом на четвертый год тебе надоедает. Ты думаешь, блин, когда же снег увижу? Зимушку, сибирские морозы такие, да, чтоб трахнули так аж, ух. О, да, так прям вот так тарарахнули. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Надеюсь, вам очень понравилось. Обязательно подпишитесь на канал, потому что я буду выпускать такие видео очень часто, и надеюсь, они будут становиться все лучше и веселее и смешнее, и надеюсь, вам будет все время нравиться. А сейчас удачи вам и до новых встреч. Пока!